Добро пожаловать, салаги. Это Раст, сервер Астрок. Здорово, пуф-пуф. Здорово, котопёсцы. Котопёс. Сегодня будет нагибать всех котопёс. Ну, попробуем. Ну что, мы разжились сихами, то, что вы хотели. Мы пойдем звать соседей. Надолго ли нас хватит с этими сихами? Я не знаю, не уверен, но... Добежать не успеем и... Плюп! Какая-нибудь киска тебя там порвет. Да не надо мне, чтобы киски рвали. Хотя должно быть наоборот. Так, Жень, значит, что мы делаем? У меня камень еще. Да, у тебя у меня тоже камень. Смотри, я знаю, как надо делать. Дверь две сишки, по-моему, сносится, по-моему. Да. Кошерный парень, ну-ка, дай я тоже. На, ёба. Я бросил одну. Да, я тоже бросил одну. Отбегаем, потому что взрывная волна может нас накрыть. Мы какие-то хитрые ушлые, главное, когда никого нет. Мы обещали бомбануть, мы бомбанем. Ух ты ж, ёпта. Прикинь, оттуда сейчас убежим. Подадыщ, все, двери нет, пошли вперед. Еще одна дверь. У меня еще сишка есть. Давай одной сишкой попробуем ее запульнуть, может получится. Жень, учти, сейчас прибегут сюда. Прибегут. Прибегу, да. Кто-то рейдит, видишь, уже пишет. Я вспышку видел, кто-то рейдит. Нормально. Что вы говорите? Нифига себе, нет, что ли? Нет. А, все снесли. Все, проходим. Чего, сэр Бар, собственно? Заманушенный какой-то. О, дверь открыта. О, нормалек. Лутаем, Жень. Эй, чувак, ты наш спаситель. Ресурсы забираем, ништяки мы тоже берем. Парам. Забираем. Заодно приоденемся. Кукурузка, 40 тысяч дерева, брат. Жень, я предлагаю здесь посидеть, попалить. Они сейчас прибегут? Да. Кстати, хорошая идея. Можно дверь закрыть вот здесь. Вот садись сюда в комнату. Я возле печи сяду. А я в комнатке буду, если что, на прикрытии. Мне кажется, что они могут прийти сейчас сюда. Ты открываешь? Да, я. Надо слушать шум. А зачем печку включаешь? Я проверяю просто. Дерево заберу, нахрен мое. Напугать хотел, да? Так, слушаем. Есть предложение, что нереально могут прийти сюда. Я могу по стороне, в другой стороне сидеть, как бы. Прикольно, слушай, две сишки и МВКшная дверь просто нафиг слетела. Просто нафиг слетает. А простая с одной сишки слетает, то есть они что-то пофиксили там. Справа там наверху, на балкончике, типа. Никого не слышишь? Нет, пока. Ну, они, видишь, когда ты передвигаешься на корточках, тебя вообще не слышно, как бы. Могут быть видны только следы. Следы. Будем выходить потихонечку? Ну, давай. Тут писюном трясешь. А, штаны одел. Это что, лежит? Гриб растет, что ли? А мы все залутали? Все? Я все забрал, все, что хотел. Слушай, а ящик где у них? Надо было развалять, наверное. Ага. Можно, кстати, развалять весь дом, если ящик найти, как бы, но... Да, попробуем. Тут не факт, где тут ящик. А, хотя вот здесь ящик, чего искать-то его? Еще и стена лалочевской стороной развернута. А у меня сишек больше нет. У меня есть одна. Барсай. О, лежит же тело, ты его обыскал? Я обыскал уже, облутал. Да, что, бросаю, да? Так у него это самое, пистолет есть. Я бросаю? Бросай. Блеп. О! Куда? Наоборот, надо было там сидеть. Чего ж ты убежал оттуда? Я не знаю. Сейчас, подожди. Испужался. С улицы бегают. Ой, мама. Блять, с улицы кто-то бегал. Ну, заходи. По-моему, я слышал топтание. Либо это я был, либо топтание. Ты, наверное, топтался. Стоя, когда ты крутишься, даже топчешься. Мне показалось, как по траве бегали. Да, что вы говорите? 225 осталось. Короче, долбить и долбить, как говорится. Мать. Что делать? У меня есть топор и есть кирка. Дома была сишка. Да. Угу. Дома была одна сишка. Каким образом там сишка была? Нет никого, ты топтался. Вот на месте стоишь. Слушай, а может, вот это вот? Я реально топтался. Вот так вот делаешь на месте. Пошли домой потихонечку, давай. Когда ты вращаешься на месте и стоишь, то слышно, они как бегут, ты ходишь. Они бегут сюда, по-моему. Судя по чату, можно мониторить. Так, давай прыжочками. Ну, пока что-то не особо понятно, что бегут они сюда или нет. Ага. Давай. Оп. Давай прыжочками. Так, аккуратно. Я понимаю, стратег, а? Стратег, ёпа. Это наш дом, что ли? Да, это наш дом. А что, горит там в нем что-то? А у меня просто... Палево такое, значит. Залутал? Сука. Конечно, залутал. Двери шумные. Заходи, Женечек. Оп. Оп, ящичек. Вот, в ящик сложим-ка мы 40 тысяч дерева надыбанного. И еще 33 тысячи камня. Слушай, можно замок строить с таким успехом? Можно. Так, что я набрал, кстати? Я балаклаву взял сейчас ее. У нас МВК есть 218, 740 просто металлофрагментов. Обнеси хотя бы первый этаж. Или эти две окна можно попробовать, кстати. Двери и окна. Так, сейчас давай я что-нибудь обнесу. Так, хороший топор, кирочка, лук давай возьмем сюда. Слушай, неплохо. Что-нибудь обнести надо, да? Да, две йоки забрал, кстати. О, йоки нашел еще. Ёк-макарёк. Ой, зачем ты выбросил? 100 дерева, почему? А, ну да. Так, что бы нам такого еще построить? Ну, ништяки. Киеночка. Здорово, киеночка. Надо найти еще какой-нибудь такой лаловский дом. Ну.
Что я могу вам предложить? Лаловский дом из МВК. Классно. Да, Лаловский дом из Зажрался, МВК. Зажрался, однако. Так, что, что мне улучшить, скажи, пожалуйста. Улучши дверь, сделай нормально. Не могу, надо же ее крафтить, как эти двери. Блин. И у меня рецепта нет, кстати, армированной двери. А, нет, есть, наврал. Сейчас сделаем. Слушай, как там замок убирался? Ты не помнишь, как там можно замок убирать? Ты открываешь дверь, нажимаешь... Не помню, честно. Что-то там скажу. Нажимаешь, короче. Вот смотри, вот так это делается. Берем теперь. У меня есть обычный металл, можно по-моему, сделать. По-моему, remove пишется, по-моему. И вот так нажимается. Сейчас, погоди, не нажимается. Вот, да. О-о-о, вместе с дверью нахрен упал. Или хорошо, нет. Давай попробуй сделай хорошую. Вот так вот. И кодовый замок. Я бы, наверное, улучшил еще окна. Я бы улучшил. Я... Блин. Что ты сделал? Опять убрал? Да я ремув не отключил, короче, и снес в итоге дверь, и замок да, исчез. Да-да-да, вижу. Есть такой косяк. У меня там ящики, я положил 700 металла. Это не беда, вот у меня кодовые замки-то я смогу сделать просто. Забывается, когда ремув забываешь убрать. Слушай, ночью можно к шару пойти, кстати. 5047. Но у тебя болтовка была? Да я выкинул ее, да. Какой пароль? 5047, по-моему. Чудненько. Так, хорошо, значит. Что улучшить-то? Что армировать, скажи мне? Проход дверной? Нет. Что, я выбросил? Да. Ой. Лук я тоже оставлю, пожалуй. А что за звук такой был, как будто кто-то по металлу ходит? Тут ничего метального нет. Такой тык-тык-тык-тык. Улучши первый этаж и улучши окна. Окна улучши тоже. Окна, а что там давай, улучшать? Давай, пойдем. Ну, окна, не знаю, лучше сделай. Сделай лучше окна. Ну, обычные же стоят у тебя деревянные рамы. Сделай нормально. Рамы надо перекрафчивать. Это же тебе не строительный материал. Ай, твою мать, точно. Лалки. Пошли, Женек, пошли. Пойдем, ресурс сейчас уберу все модные, а то у меня слишком много. Возьми болтовочку, что ты выбросил? А, да, можно... Слышь, ее хотя бы. Что, бросил? Как вообще, ёпта, зажрался? Бросил болтовку, главное, валяется здесь. Сейчас возьму. Возьму, не бать. Маленько, голые, как говорится, да смешные. Да, вперед, перезаряжу на всяк пожарный случай. Так, сложим это сюда, мясо я оставлю. Потом... Так, у меня осталась дверь, наверное, дверь я тоже сложу, что-то как-то обидно дверь-то оставлять, хорошую железную. Птички еще у него тут, ешкин колок. Все, вперед. Так, спокойно. Ой. Миссия, блядь, невыполнима. Двери, не люблю я эти двери новые. Когда еще пофикси тоже. Так, ну давай. Давай, попробуем. К шарику, нас... ну пошли. С башни сейчас нас снимут быстро. Будем атаковать? Чё ж теряю? Вот еще дом, кстати, лаловский. О, но он же зарыжен, по-моему. Всё. Нет. Уже. Да? Вот чё, же дырка, смотри. Ну вот дырка, что это такое? Это просто строительство такое? Это инженерная мысль была, архитектурная. Слушай, а можно бомбануть его потом? Можно, только нет пока ничего. Сейчас найдем. Так, давай, попробуем. Ну-ка. Шумим мы, конечно, вот бежим, так шик-шик-шик-шик-шик по траве слышно, делаем. Слышно, да, согласен. Шик-шик-шик, а вот на это ориентируюсь. Я помню, дискуссию видел такую в игре, когда люди переписывались, вот у меня стоит там сурраунд-эффект, чтобы я мог слышать вообще все, а у меня стоит стерео, а я не слышу нифига. И что-то спорили там, какой же эффект выбрать в игре, настройку, типа сурраунд или там стерео, или наушники, да. Так, теперь давай смотреть внимательно. На картах желательно, конечно, двигаться. Все, двигайся. Потому что... Подъем, я говорю, где будочка стоит. Будку не видишь? Вот подъем там, где будка. Ой, рассвет скоро, смотри. 3:40, да. И самолет. На аэродроп сейчас все побегут, наверное, 30 человек. А вот вижу. Будка вот с другой стороны, не там. Не вот подъем же, это смотри, не подъем. Вот. Почему нет? Ну, да, попробуем здесь, кстати. Так, ты там что, шумишь? Вот да, пытаюсь. Тут очень тупые ступени и нормально не идет. Ну, пока да, пока да. Ладно, хоть сейчас более-менее стал, застрял. Блин, так. Я тоже застреваю. Ну, по ступеням, да. По ступеням только с прыжков, по-моему, потому что... Ага, херушки момент. А я ж тебе говорю. Да. Я ж тебе говорил, что где будка. Так, спускаемся, да? Да, где будочка? Ну, надо аккуратно, потому надо что... Надо успеть быстро, пока... Всем пока. Еще. До свидания, уходи. Всем пока. Уходи. Так, будка вон она. Блин, сейчас опять эта башня, вот она, будка стоит. Вот нам. Да, вижу. Бежали. Хоть внутрь надо шара зайти. Успеть. Хотя бы раз. Ну, хотя как? По-моему, там какой-то лах стоит уже на будке этой. Не на будке, а на вышке. На вышке лах. Сейчас увидишь, начнет гаситься. Лахи всегда стоят на вышке. Все, Жень, давай, ты первый за тобой. Давай. Ой, главное не упасть. Вот ящик стоит кошерный. Возьмешь? О, давай. Возьми кошерный ящик, там может... Там бумага какая-то херня еще. Да, что вы говорите? Такой главный кошерный этот ящик и бумага там. Так, смотри, аккуратно. Балка волочковой. Волочковая балка. Давай в темпе. В
темпе. Боюсь упасть уже. Сколько раз падал с этих вещей. Хотя тут, знаешь, такие эксперты, которые туда забегают прям. Во, наконец-то в шар зашел. Хоть здесь живым остаться. Фух. О, ребят, лестнички поставили, товарищ. Да. Так, внизу никого нет у нас. Ящик кошерный вижу. Бери его. Ага. Бандаж. В таком большом ящике бандаж, блин. Че, реально бандаж? Да, просто один бандаж. Кошерный. Наверху, кстати, оружейные ящики находятся. Нам нужно наверх. А мы же бегали уже с Мельцином. С Мельцином. Помнишь? Мельцин. Мельцин. Ельцин. Мельцин. Так залезай. С Ельциным не бегали мы там, нет? Так, башни чистые вроде. Эй, ну как так-то? А, что за лагода? Лагода. А, это тупизм, это, блядь, с откидыванием, что ли? С этим откидыванием тупизм полный. Сейчас я попробую... А! О! Фух! Как ты, я сейчас испугался. Я думал, сейчас я упаду. О, запрыгнул наконец-то. Фух, все, пойдем. На башне никого нет, там пропалишь. Блядь! Ух. Ага. Подожди, я сам же запрыгнуть должен, о. Так. На башне пропалишь. На башне. Сейчас упалю. Так, вроде чисто. Так, все, выше, выше и выше и выше. Наш Подожди, Советский Союз. Где ты запрыгнул? Просто иди вниз. Вниз, а потом уже... Потому что я помню, когда первый раз мы ушли, я там запрыгивал. Да? Угу. А, не сюда. Сюда? Туда, в другую сторону, да. Вот здесь, здесь развлекайся теперь. Тихо, тихо. Ты меня не пугай-ка своими этими движениями рискованными. Хорошо, хорошо, постараюсь. Попал, главное, назад так пружинил, и все, сейчас полетит. Нормально. Слушай, отсюда хорошо гасится. Откуда комары взялись у меня? Жень, ты туда. Я боюсь уже. Блин, башню надо полить. Башню. Я боюсь башен, потому что я тоже в этих башнях обязательно какая-нибудь лала вылезет. Какая-нибудь киска там, какая-нибудь сосиска. Дефикатор. Дефикатор какой-нибудь там, я не знаю. Еще что-нибудь. Квалификатор, осенизатор. Ну, как целый спектр, как говорится. Аккуратненько по трубе. Оп. Да, вот про Женя, трубу ты где? Ты правильно сказал. А смотри, сзади еще одна труба, вот-вот она идет наверх туда сразу. Да что вы говорите, это опасно на эту трубу запрыгивать. Сам хочешь туда запрыгнуть на эту трубу, нет? Не-не-не. А, погоди-ка. Ага. Так, пришли мы, значит, сюда. И... Вон, подъем дальше, слева. Ящик вижу, ящик нашел. Давай. О, аптечка, рецепт аптечки, 15 фрагментов. Ну, так... Так, слушай, вон, смотри, ящик там. Давай попробуем его забрать. Нам нужно прямо на вершину залезть. Жень, смотри, вон ящик. А там, думаешь, что-то кошерное? Опять бандаж один, кажется. Давай попробуем. Да? Давай. Кто рискнет? Я рискну. Да, ну попробуй, давай. Ловкач. Я буду смотреть, если что. Так, шумим сильно мы здесь, конечно. Нормально. На самую вершину надо забраться. Вообще на самую вершину. Бандаж. Я же тебе говорю. Кань, твою мать. Я же говорю, все трэш вот всякий попадается. Раньше как-то кошерно было. Ну, хотя, видимо, специально сделали, чтобы дисбаланса не было. А то, что, знаешь, раздобудешь все самое модное и как бы все. Я самый модный. Хорошо, да. А наверх? Ну, я же говорю, надо обратно бежать. Наверх это дело тонкая петруха. А вот, смотри, здесь можно забраться? Смотри, Жень, вот тут. Ну, если ты сможешь, да, по идее. Можно-то можно, но вот запрыгнешь ли ты на тот мосток? Они поменяли, понимаешь, они все поменяли здесь. Ну да. Ну-ка давай, я на тебя посмотрю сперва, а потом мы пойдем обратно. Нет! Вот, я говорил. Тебя поднять надо, да? Желательно было бы. Ну, ты орать будешь, я пока спущусь, неизвестно, как, когда я спущусь. Ну, я постараюсь, конечно. Калаш, Женя, калаш. Я же тебе говорил, вот дурацкая идея затея туда лезть. Ну, кто ж знал. Так, где же как тебе спуститься-то? А видишь, как я ору на весь... Я умер. Я слышу. А, ты умер? Блин. Как же твой лут-то собрать? Ору и эхо раздается. Да, эхо хорошее. С башни никого нет. Забери, пожалуйста, калашников. Да я не могу спуститься даже к тебе. Какой калашников может быть там? Да аккуратненько, еще... просто проскользи. Куда все? Проскользить? Здесь вокруг заборы. Куда я проскользну? Я даже не знаю, куда ты упал. Так вниз, я внизу. Ну, внизу шара лежу. Совсем внизу? Ну как, да, внизу шар. Ну да, и как мне туда спуститься? Прыгнуть тоже, что ли, туда? Придется спускаться по лесенке опять. Вот прыгать, ведь, а? Да. Столько пути проделали, чтобы упасть. Ну ничего страшного. А-а-а. Кто ничего не делает, тот ничего не делает, понимаешь? Да-да, ну да. Тот сидит дома и все. Сидит а мы с тобой попытались. И не ходит в тренажерный зал. Да, сидит, играет в Rust. Да-да, потому что лень в тренажерку идти. Да, здесь опасно, я сейчас сам упаду, и как бы кирдык пройдет всем сразу. Пока я спущусь, ёбкаламене там сколько времени. Ты сам туда быстрее доберешься, наверное, пока я туда долезу. Учитывая все вот эти вот клоунские передвижения. Так. Передвижения? Мои клоунские передвижения. Ну, что, сложно очень пробраться до низа. Пойду попробую сейчас. Да что ж за ссаные двери-то? Ага. Двери они такие, ёбкаламене. А как я сюда-то забрался? Я что-то понять не могу, каким образом я здесь оказался вообще. Что-то вообще не пойму, куда я зашел. Женя, просто вниз. Каким образом? Что, упасть мне туда, что ли, просто вниз? Ну, аккуратненько как-нибудь. Ага, по сфере, скользя ногами, да? Заходить-то заходили, вот надо так же и спуститься, как заходили. В этом-то вся и сложность, чтобы спуститься, как заходили.
Вот я пытаюсь, вот вроде спустился. Так, где ты там валяешься, интересно? Ты не исчез еще, нет? Нет, по идее. О, да, здесь можно прям вниз спуститься, но надо было проделать большой путь. Ты где там валяешься-то? Где-то внизу валялся. Совсем прям на земле ты валялся? Я уже возле шара сейчас. Ты прям в нефти валялся или где? Или ты ниже упал на платформу? Ох, сколько вопросов. Я не знаю, Женя, я не знаю, что тела твоего здесь нет. Я упал, и все. И все, тело твоего здесь не вижу я. Значит, ты упал на какую-то платформу. Или ты прям в нефть упал? Куда ты упал-то? Вот важный вопрос. Хороший вопрос. Кто бежит? Кто бежит? Я. Нет тут твоего тела. Твою мать, блядь, калашников проебать, а? Бредное тело. Живем. Ну, ты, наверное, на платформу упал все-таки, нет? Какой платформы? Ну, нет, у тебя в нефти нет твоего тела. Я либо слепой... Блин, я сам упал. Поднимешь меня? Как, каким образом? Я подскользнулся. Ну, ты спускайся вниз туда и все, залази, я буду валяться. Если не сдохну, конечно. Кстати, я какой-то баг находил, я каким-то образом вставал, даже вот будучи оручим уже. Во, так, я здесь. Каким-то образом... Где ты орешь там? Да внизу, в самом низу. Все, я сдох. А, вижу. Ага, я сдох, надо на тебя ТПшиться теперь. Ай, блин. Надо мне ТПшиться, блин. Как не надо, там ништяки же все. О, с кукурузу натырил, ёпты. Патроны, а что, у тебя патронов нет для калаша? Есть, 200. И тут уже. Нет калаша. Он куда-то упал, видимо, и исчез на земле. Сложно найти его. Я все-таки заберусь на самый верх, я тебе говорю. Ага, давай. Ты мое собрал там добро? Да. Отлично, да. Я тоже иду наверх, все. Шутки в сторону, пошел наверх. Ага. Ты наверх пошел? Да. Хорошо, давай я посмотрю. Как ты все-таки наверх поднимешься, как я. Мы вместе сейчас поднимемся наверх, если я не упаду очередной раз куда-нибудь в днище. Ну что? Не просто пытаюсь. Так вот, в том-то и сделали спецон, да? Чтобы вот не так-то и просто это было, а то ж все привыкли быстро лут. Раньше другая была схема подъема. Да, да. По-моему, немножко поменяли. Такая же, нет? Нет. Не особо изменили. Мы ж с Мелсоном втроем ходили, ты, ну, я Мелсон. Я помню. Так, ну ты все забрал, да, значит, все мое добро все-таки? Да. Отлично. Ну да. Вот и я ж про то же говорю. Вот эти вздохи. Это уже ничего хорошего не предвещает уже. Я что-то прям на нервах вообще ништяк. Тихо-тихо, ага-га, хо-хо-хо. Веселуха. Интересно, куда я таким образом приду? Веселуха! Так, ладно. Еще ништяковская. Я пошел. Хорошо, хорошо. Я понял тебя, игра. Я понял. Ты все уже, да, упал опять? Нет, у меня есть бандаж. Твой, кстати, украден у тебя. А, который я нашел в козырном сундуке. Бандаж. И который лишил тебя жизни, бандаж, да. Нормально, живем. Лишил тебя жизни, бандаж. Одинокий. Лишил тебя жизни, бандаж одинокий. Вот. Подожди, а там у нас подъема нет, значит, наверх. А, тетя, есть там все. Все есть, сейчас идет уже. Сейчас Робин Гуд. Так, там есть. Робин Гуд. Так, есть подъем, что ж ты мне рассказывал-то? Робин Гуд, парень в трико идет уже. Оп. Куда? Куда там что? Вообще ништяковая тема. Что вы говорите? Блин, что? Что я заглючил? Что вы говорите? Блять, я тебе говорю, игра меня, сука, выбесила. Я упал. Шел, я прыгал. Это я упал тоже. Я тоже упал. Я запрыгнул, она меня назад отбросила. Ты понимаешь вообще, в этой тупой... Случается периодически, да. Ох, сука. И такое тоже случается. Вот именно в такой момент, когда ты куда-то карабкаешься, ты обязательно подохнешь. Я перепрыгнул. Я уже перепрыгнул. Там же видно, на видео это будет. И она меня откидывает назад в пустоту. Я падаю, конечно. Что я могу сказать? Нубьё. О, я встал. А почему нубьё-то? Меня игра откинула. Я же сам. Я понял, что я так специально уже говорю. Потому что... Идиотизм, твою мать. Я, кстати, валялся, орал, и я встал. Меня никто не поднимал. Я говорю, есть такой баг. Я что-то нажимаю там постоянно. Просто надоел кричать уже, понимаешь? Да, я, видимо, долго ору слишком. Так что я поднимаюсь еще раз. Попытка не пытка. Все-таки я должен сделать это. Ты, если что, ты пишешься ко мне. Я хочу попасть наверх. Я хочу попасть в группу риска. Чтобы меня завалила киска. Так, пиши хом название Дьёма. Название Дьёма, пиши, блин. Название Дьёма? Название Дьёма, пихьём. И название Дьёма. Главное, чтобы меня тоже сейчас не фризануло в самый нужный момент. Пиз... Да, я слышу, как ты орешь там. Сука, сейчас не легче, блядь. Я кричу на самом верху. Жека, это твой дом был, Жека. Жека, конечно, мой. Жека, поднимайся, поднимай меня, Жека, быстрее, Жека. А где ты, куда ты умер-то? Давай, я на самом верху, Жека.
Совсем на самом верху? Вообще ничтяк. Ну, если я приду, то ничтяк будет. Ты нажимай кнопки Shift, там, V, D. Так поздно, поздно, блин. А что, ты сдох уже, что ли? Просто, нет, когда ты орешь, лежишь, можно подняться, как я это делаю, непонятно. Я пытался, я карабкался, я боролся за свою бренную жизнь. А у меня 3 хела осталось, и я еще выжил каким-то образом. Я попробую еще раз. Это уже каламбур какой-то, понимаешь? Каламбур, каламбур. Ломанный получается. Ах ты! Представляешь, какое дерьмо. Я забрался, я это капец. Это всю сферу вокруг обойти, вот по этим балкам, и забраться наверх. Вот, наконец-то я залез. Честным образом. Фу. Так, ты где там, кстати, лазишь? Ты где-то лазишь? Ой, ё. Это ты шалишь? Кто стреляет, Женя, кто? Это ты шалишь? Ты, наверное, стреляешь. Что стреляет, Женя, кто? Сам стреляет там. Женя, кто? Кто это был, Женя? Не удивил, чей труп? А, понятно. Чей труп? Чё я спрашиваю, понятно? Чей труп, чей труп, Жень? Чей труп чёрный там лежит? Во, чёрный ящики с оружием. Ну-ка, дай-ка полутать-ка. Во, ага, камень лежит и 13 чертежей. Это, видимо, ты подсунул, да, уже? Не, это не мой труп, или это мой труп? Твой это труп. Ты подсунул халтуру, фу, да, в ящике? Много мух летает. В ящике ты халтуру понапихал тут? Женя, я чист душой. Конечно, конечно. Да, особенно стрела скоростная, 14 металла этих фрагментов чертежей. Я серьезно говорю, это не мое, это так и было. Да, такое, ну. Я просто забрал калаш и 70 патронов. Ну, я же говорю, профукал мой, там, я твой. Женек, а что у нас за маты в чате? Вот сейчас я его фиганул. Как? Вот это такой риторический вопрос. Ну, это мудаки называется. Это, знаешь, мудак, который получает 10 минут скна. Aggressive people, ёпта, активирует. Aggressive people активирует. Ну, а что делать? Теперь надо спуститься. Ну, я спускался, поднимался на... Скатиться, нету сил умирать. Пойдем за мной, я тебе покажу, как скатиться. О, я вижу. Ой, ой. Эксперт в скатывании. Оп. Мастер скатывания. 3% вы охренели, что ли? Это ты скатил. Ну, я так и понял, что там скатишься сейчас. Быстро ты скатился. Быстро ты скатился, да. Очень быстро, да? Очень, очень быстро скатился. Я вот тут как-то по-техничному сейчас попробую скатиться. Во, скатываемся 90%. Скатывайся, получается? Ну как, я скатываюсь по лесенкам. Скатись, Женек. Пора уже скатиться. Я уже давно скатился. Скатись, скатись. Ты возьми, скатись. Я уже вот упал и ору лежу, да. Скатился. А, ты уже кричишь, ё. Я уже ору, да, у меня ничего нет. Все, Жень, ну все, короче, ну это крах, ты понимаешь? Это крах, это просто апогей. Но я добрался все-таки пешком, по-честному. Может, костер украсть не хочу? Укради у меня костер. Ты меня видишь, то есть сквозь получается, что ли? Ты хочешь, чтобы я отобрал у тебя твой огонь? Да, я еще, глядишь, сейчас еще и встану. Я не удивлен, Жень. Если я ору, я могу встать. Я слышу где-то крики. Я же как царь. Нет, царь умер все-таки. Второй раз не смог подняться из пепла. Не смог? Нет. Из пепла не смог. Хватило тебе силы воли подняться? Что-то силушки богатырской не хватило явно. Так, как тебе там ТПшится-то? Как тебя там? Ну, Олег, если что. По-школьному, как тебя там, как тебя там, да, как-то по-школьному. Слышь, ты ебан был еще. О, опять меня откинуло. Класс! Котоп. Уже второй раз или третий. Давай, котопес, прими меня. А, ты хочешь, чтобы... Просит изнасилование. Просит изнасилование, да. Примите изнасилование, да? Примите, прекрасно. Да. Сейчас я на землю обетованную спущусь. На землю? А ты что там, я в небесах паришь, как Гавриил, что ли? Нет, я не парю в небесах. Я просто находился на цистерне, на граунд-левеле. А, вон он, на граунд-левеле. Почему тебе не тпшнуться как царю? Ну, я хотел по-человечески. По-царски, без очередей? Я хотел как челядь, как плебей. Челядь? Ну, как крестьяне, сейчас скажи, да, которые любят дотку. Как плебей. Крестьянская дотка. Я по-плебейски уж, ладно. Так, Жень, давай бомбить. Бомбить. О, давай бомбить. Ты лежишь. Пуканы бомбить. Как ты лежишь, у тебя нога в земле. Нормально, еще бочка рядом. О, классно, красавчик, меч достал, ланцелот. Дать тебе, у тебя хоть что-то есть? Да, записка, на. На, держи вот меч. На, держи меч. Без штанов, вон, писюном размахивай, на, держи меч. Пошли бомбить, ся. Пошли, там хорошие бочки есть. Скоро вайп, пойдем бомбить, так. Че, я как Ланселот. Рыцарь такой, кепочный рыцарь. Кепочный рыцарь. Кепка круглого стола, давай. А че, супер бочки, ничего нет, главное у них хорошего. Супер бочка, там прям написано, не супер бочка. Они пустые. Кстати, я такое заметил, что как будто бы, когда ты с патрона бочку разламываешь, там выпадает круче. Вот когда ты пользуешься санным мечом ланцелотовским, какая-то бичарня выкатывается вечно. Мюсли, Женя. Ну, я ж тебе говорю. Если ты с калаша снял. Завтрак героя. Завтрак нормальных пацанов. Мюсли, ёпта. Ты помнишь игру, кстати, «Геркулес» на PlayStation? Конечно. Кайфовая игра. Конечно, по мультику сделана, конечно. Да, что-то я сейчас вспомнил, она такая прикольная. «Геркулес!» Очень классный мультик, кстати. Да? Еще он так орёт. «Геркулес!» Да-да-да, вот это было классно. Классно, классно. Псевдо-3D игра. Так. О, что тут за херь? Ну, печка для нефти, ну. А, есть рецепт в сечи. Сырую нефть, получается, пихаешь.
И получаешь потом топливо. Пихаю сырую нефть, но только ты не забудь меня. И только сырая нефть. Ну, свинью-то за что? Ой! Да, замечательно. Из серии в серию мы занимаемся одним и тем же. Подожди, серии ты в серию. Опять же наступил на те же грабли. Ты пробежал в меня, точнее. Но это да? Уже не у меня. Не-не-не, ты, это видно. Это уже было видно, да. Не та хурма, которая была в прошлый раз. Ну, не знаю, ты не бежал знаю. Во мне? Блин, мне сломался галаш. Ну вот, доигрался, вот, правильно. Блядь, нечего убивать меня, да, принимай. Часу не легче, а? Где мой меч Ланселота? Во. Я тебе говорю, фишка в чем? Ты бежал во мне, то есть mm-hmm. перед прицелом внутри меня была голова твоя. Я начал стрелять по кабану и попал тебе с двух метров. Классно, да? Однако, ловкач. Почему-то я не попадаю в голову с двух метров никогда. Потому что я не вбегаю в тебя, понимаешь, в чем дело? Женя, у меня для тебя есть кое-что. Что, меч Ланселота опять? Или палка-копалка? Или что, волшебное зерно? Волшебный... Кунжут, я не знаю, что там, изюм. Волшебный кунжут. Волшебный кунжут. Это я лежу так, ножки скрючив? Да. Все у меня, главное, забрал. Смотри, на тебе, держи, вот тебе патроны. Это самый автомат. Сломанный. Я буду тогда с мечом ходить. Сломанный. Что ты делаешь? Сломанный, да, мне автомат? А, метать нельзя, черт возьми, а? Ого, нифига себе ты дерзкий. Дерзкий парень вообще, автомат мне сломанный дал, на, пользуйся, Евген. Жень, так починишь его? Чем? Пальцем? Мухи летают над моим бренным телом. Муха летает бренным телом. Кошерные мюсли. Кошерные мюсли для Геркулеса, да. Чтобы бегать голышом, нормально, здесь надо мюсли хавать. Ну, сосиской трясти. Только это остается делать. Сосиска в тесте, чебуреки, беляши. Шаверма. О, колючки из дома прям растут. Так, что мы делаем? Колючки из дома прям растут. Я предлагаю бежать и кричать и орать. И просто звать всех. Ну, можно, да, в чат просто нажать кнопочку и орать, бежать. Может, это уру-ру-ру-ру-ру-ру, да, вот так вот. Уру-ру-ру-ру-ру-ру. Блин, где хоть кто-то? Где хоть кто-то в вышках сидят, гасится. Понимаешь? Эй, выходи. Просто люди настолько размажорили, что они уже никуда не ходят. У них все дома. Надо, короче, знаешь, что делать? Надо под конец серии. Да. Обмануть тот домик, который рядом с нами. Давай это хом сделаем. Хом, давай, хом один. Хом один, да. Взорвем, и можно будет заканчивать. Ну да, кстати, да. Что, можно будет кончай, Федя, кончай. Федор. Федор, пора кончать. Бондарчук. Так, кончай, Федор, не надо. Ну что ты, я бегу к дому хорошему дому. Блядь. Не добежал. Я тоже бегу к дому хорошему. Да. Там такой кошерный. Кошерный был, кошерный. И ты хотел его сделать. Ну, возле нас, то, что ты сказал, типа, зарыженный уже, мы его сейчас... А, ну он недорыженный, видимо. Или просто недостроенный, как обычно. Так, ну что, берем стихи и погнали тогда. Давай. Ну, так, давай. Чё? Вперед ты, Ланселот, вперед, веди. Пошли, Женя, бомбить. 13-й воин, давай. Последний в поле не воин, понимаешь? Ну, я надеюсь, что там мюсли будут у них хотя бы. Мюсли будут. Что лучше, дверь спилить? А я не знаю. Нафига нам дверь-то спилить, если там еще одна дверь будет? Там, наверное, дверь. Давай. Вот эту стену, вот эта стена неправильно поставлена, можно стену снести, в принципе. Внутренняя стена, она неправильно стоит. Давай, сноси. А там проем дверной, может быть. Я вот тоже думаю, может как-то сзади давай подойти. Давай вот сюда, да, вот сюда. Вот здесь творчески сзади, да? Бросай. Так ты на какую стену? А. Нормально. На какую из стен? Сейчас опять скажешь, кто-то рейдит, там все непонятно. Это как Каркуша сидит такая, кто-то рейдит. О, и что тут, есть шкаф? Твою мать. Сука, неудачник, а. Лузер, не знаем, что рейдить надо. Охренеть. А как мы могли знать, что тут находится? Никак. Слушай, а там возле цистерны был еще один кошерный. Что делаешь? Зачем я это сделал? Зачем ты бросил? Вот случайно очень просто. Ух ты, еще и рейд-блокер какой-то работает теперь. Ядрет мой лысый череп. Рейд-блокер? Ага. Еще и рейд-блокер какой-то работает. Надо же, ну окей. Так, снимай, оп. Строительство активировать. Ты можешь нести кияночки, да, все это? Да, нету кияночки. Кстати, у нас рейсы будут. У меня кияночки нет. Блин, у меня тоже нет киянки. И кияночки ресов ты не получишь, ты только ремовым получишь рез. Ай, твою мать. Да и то, знаете ли. Ладно. Да, я с сломанным автоматом. Жизнь удалась. Я даже в руки его взять не могу. Ладно, факел тогда возьму. Нормально же. Пропала собака. Замечательно. Из серии в серию мы продолжаем делать одно и то же постоянно. По крайней мере, у меня хоть цензура есть. А мы все равно еще заканчиваем. Ну тогда подними хоть меня, чего я орать-то буду. Я сейчас сам встану, видишь. То есть ты решил... Ты пошел читать объявление про пропавшего пса. Да, да. На, смотри, попробуй меня ударить. На, давай, интересно даже будет посмотреть. Так, где у меня... Ага. Угу.
Mm-hmm. Женя, Женя, уходи, Женя! Ага, ага. И ты на бомбу пошел? Классно! Я решил за это самое, зашкериться тут. Красавчик, чё. Ты меня поднял? После взрыва С4? Да. Каким образом? Ну, ты выжил, у тебя же тело-то целиком осталось. Ударишь, ударишь меня? Слабо? Хорошо. Ты меня ударишь, ударишь такой? Прекрасно, просто изумительно. Я даже ничего, усилий не приложил особо. Я видел, даже удара не было обренное мое тело, понимаешь? Просто момент. Сейчас еще мухи залетают вокруг тебя. Мухи залетают, тусовки. Нет у тебя мюсли случайно? Гозеру. Гозесеру. Так, я домой и выхожу. Да, давай. Типа все. Чего телепорт достойный? 6 минут ждать? Пешком или ко мне тпшься. Вот, всегда. Дом. Классно мы дом зарейдили, а? Ну, скажи мне, кто знал? Вот кто знал, что так? Нормально. Классно. Красиво, это было хорошо. Просто это было очень... Я-то поднялся, встал. Погрейся у костра. Кстати, да, надо погреться и грибок съесть. Погрейся, просто немножко погрейся, и все будет нормально. Грибок надо съесть. Улыбайся. Просто улыбайся. А что за это у тебя поза такая же? Йог, что ли, или что? Просто тут ребята, когда Геркулес кушает, очень эластичные получаются. Ну я смотрю, ты пишешься ко мне, ты увидишь, как ты эластично тут висишь над костром. Классно. Бредное тело, и мухи летают. Пик-пик. Давай, ты пишешь, сейчас посмотрим. А мухи на костре не горят разве? Ну, что-то нет, видимо. Жареные мухи. Пока нет. Снеки, закуска. Вообще, говорят, что жареные мухи очень популярное блюдо в Азии. А, насколько я помню, да, я читал тоже про это. Жареные мухи, капец. Где ты, муха жареная? Да, здесь я, возле костра. Ты бежишь? Шаги твои? Я шагаю, да. Давай, шагай. Я чуть не вижу тебя. Ну где, где? Где ты? Надо было 1 метр писать, а то ты проснулся за 20 метров, там непонятно где. Ты потопчись там, я не... Я топчусь, вот. Бляха, муха. Вокруг... Если ты меня слышишь, скажи, куда бежать. Мы с мухами карават здесь уже устроили. Я тебя не слышу. Это ты не слышишь. Где вы, ёпта, делись? Да здесь с мухами пляшем. Идет набор в клан, плюс 14, пойдем? Да? А что, я с удовольствием. А, вижу тебя. Плюс 14 же, то есть вот 14 с плюсом. Вот, видишь, смотри, как твое тело... Школьников набирают. Смотри. Обычное тело лежит. Да как обычно, нет, ты у меня вообще какой-то скрюченный, похож на лягушку или на горы, я не знаю, что это такое вообще. Комфорт. Спокойно. Спокуха. Это, кстати, я видел ролик такой, как играли в этом. Играли американские ребята в баскетбол. Там ставили коллектор и этим камнем бросались. То есть в баскетбол играли, в общем-то. Прекрасно, ты бросаешь? Оу. Какая-то фекалия. Не говори. Вращающаяся. Че, лежим, Женек? Че, отдыхаем, видишь, руку поднимаю. Помощь его. О, сломал систему. Прекрасно. Все, это было хорошо. Думаю, что хватит на сегодня идиотизма. Да, ну прикольно. Я тоже сейчас умру. Давай, помри-ка. А как мы домой потом попадем? Home 1. А, Home 1, а, хорошо, я к тебе тогда допущу. Да, у меня же Home. Все, друзья, это был Rust. Надеюсь, увидимся, услышимся, заходите к нам в гости. Да, играть ссылки на все будет в описании. Ссылочки, да, в описании. Все, пока-пока. Пока.